На самом деле свобода воли иллюзорна, решения принимаются нашим мозгом неосознанно, а дальше сознание просто их рационализирует. Я понимаю, что в это сложно поверить, и, наверное, вы про себя так не думаете, но это чистая правда. При этом решение, которое мы принимаем, это лишь победившая в конкуренции нейрофизиологическая доминанта, которая регулируется соответствующими нейробиологическими процессами. Наконец, знаки, слова не имеют аннотатов в реальности. И, по сути дела, они не фиксированы в отношении конкретных значений соответствующих нейрофизиологических ансамблей. И, наконец, третий большой блок – это иллюзия объективности. Нам кажется, что у нас есть память, но это заблуждение, наша память всегда важна. Наша память всегда создает воспоминания ad hoc по случаю для данного конкретного момента, и это определяется актуальным контекстом. В черном ящике заперто вот это существо, которое создает ту реальность, которую вы воспринимаете как бы вокруг себя, что абсолютно иллюзия. Вот. И он, значит, вытащил эти 12 черепных мозговых нервов и спинной мозг для того, чтобы собирать какую-то информацию. Вопрос, если вот он получает такие данные, как он вообще может понять, с чем он имеет дело? Потому что они все разрознены, это по разным каналам, разные абсолютно вещи сейчас поступают. Вы сидите там в темноте, и из этого видите мир, который полон стольких как бы красок, чувств, звуков и так далее. Значит, решается это за счет принципа, который был в свое время сформулирован представителями гештальт-психологии, собственно говоря, она этим и занималась, которая сказала, что на самом деле мы ничего не воспринимаем. Мы воспринимаем что-то относительно чего-то. Мы всегда воспринимаем что-то в отношении контекста.